как вы догадались по моему внешнему виду, мы сегодня с папой приехали на стройку. Ну что, пап, получилось договориться с охраной? С охраной, Ковичек, договориться не получилось. По технике безопасности нам туда нельзя. Даже не знаю, что будем делать. С охраной не удалось договориться, значит, переходим к плану Б. План Б? Да. На что еще был план Б? Да. Почему я ничего не знаю? Сейчас узнаешь. Вон, кажется, бригадир. Пойдем к нему. Левее немножко, немножко. Правее, правее. Ниже, ниже, ниже. Хорошо. Здрасте. Здрасте. Здравствуйте. А вы кто у нас такие? Кто-кто? Мы строители, пришли вам помочь. Вы у нас разве числитесь где-то? Наверное, числимся. Сейчас посмотрим. Так, нет у вас нигде, что-то я не понимаю. Мы на самом деле строители, мы умеем строить. Все умеете? Да, вон Камичек, песочницы такие, тогда, огромные замки строят. Ну тогда, подожди, вот эту кучу песка надо перенести на эту сторону. Так это... Получится? Конечно. Сейчас все будет сделано. Ну да? Давайте, вперед, к работе. Побежали. Сейчас все сделаем, не переживайте. Раз лопата, два лопата, мы строители. Скоро все мы тут застроим. Ждите, жители. Папа, у тебя даже целый стишок получился. Да, я люблю сочинять стишки во время работы. Пап, а ты уверен, что они дом строят? Похоже на строительство дома. А зачем мы столько песка? Песок нужен для того, чтобы замешивать раствор. А без раствора дом не построишь. И раз... Скучная какая-то работа. Не нравится мне. Пап, зачем мы должны копать этот песок? Мы же должны строить. Я не знаю, зачем он нас заставил копать этот песок, таскать. Мне уже это надоело. И у меня возник план в голове. Прикольный. Пошли со мной. Пап, ты что задумал? Ну ты же сам сказал, что мы строители. А для этого нам надо техника. Я думаю, что вот эта техника нам подойдет. Сейчас мы залезем туда и что-нибудь здесь придумаем. Как ты думаешь? Давай. А ты умеешь ей пользоваться? Не, я думаю, что ты умеешь. Ну ладно, разберемся. Давай, поднимайся. Ты первый. Ух ты, пап, я всегда мечтал бы управлять строительной техникой. Да, Камильчик, такой строительной техникой я сам мечтал поуправлять. Так, осталось разобраться, как здесь что включается. Попробуй нажать эту кнопку. Сейчас попробуем. Вау! Ой, она завелась. Круто! Так, с этим мы справились.
Что дальше? Потяни за этот рычаг. Сейчас попробуем. О, мы поехали! Поехали! Мамочки, как остановить камин? Как остановить это все? Потяни за этот рычаг! Сейчас, вот за этот. Что происходит? Что происходит, мамочки? Как ее остановить? Что делать? Как остановить это? Как остановить? Кажется, остановились. Пап, что мы натворили? Я не знаю, что мы натворили. По-моему, мы снесли старое здание. И, по-моему, мы сделали полезную работу. Тебе не кажется? Да. Отлично, пойдем похвастаемся нашему бригадиру. Пойдем. Пошли. Давай, юный строитель. Давай. Все, товарищ бригадир, мы все сделали. Что вы сделали? Вот, посмотрите, все, что вы нам сказали. Вы что натворили? Чего? Мы снесли старое здание. Это новое здание недостроено. Мы его 2 месяца строили. 2 месяца? Но оно было похоже на старое, и мы его снесли. Вон с моей стройки уходите быстрее. Кто за мне строители наслись? Да куда ты его несешь? Левее давай! Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал!